Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами мы приготовим тетерева. Тетерев – косач. Это птичка-представитель тетеревинных, как ни странно, семейства курообразных. У нас это тушка молодого тетерева этого года. Птичка здесь уже кусочек котик выпросил. Молодая птичка небольшая, добыть было легко, потому что птичка еще не соображает, что нужно улетать, когда щелкается затвор. У птички присутствует еще вот такой вот желудочек, где-то принято называть в некоторых районах нашей страны пупочки, мы называем это, да, желудок, и сердечко. Вот такое вот небольшое куриное сердечко. Но для начала разделим тетерева пополам и отправим в кастрюлю томиться. Птичка лесная, жесткая, требует длительного томления. Вот так вот я его разделила. Кура, куриная грудь такая у него. Кстати, косточки у тетерева очень тонкие, очень хрупкие, полые, что позволяет птице легко летать. Сердечко отправляем, желудок наш отправляем. Это вот спинка осталась. И нижняя часть. Но ножки остались у елки. Собачку похвалили. Далее нам потребуется, простите, провод, освещение наше. Картофель, луковица и морковина. Никаких дополнительных ингредиентов я добавлять не буду, дабы не испортить вкус самой птицы. Из специй нам потребуется лавровый лист, можно укроп, это уже потом, душистый перец, перец черный горошком и один зубчик гвоздики. Более ничего добавлять не следует. Девочки, мальчики, косач наш уже закипает. Обязательно удаляем эту пенку, хоть дичь и отмачивалась, лежала от крови, но все равно кровь присутствует. Пенку надо снять, чтобы бульончик был прозрачный. Аккуратненько. Все стараемся вылавливать, не ленимся. Обратите внимание, что жирков практически нет. Птичка постная. Супчик на такой курочке называется постный. Мама у меня говорит, что это крестьянский супчик. Супчики, где нет жиров, называются крестьянские. Да, вот чуть-чуть только жир у этой птички присутствует. Ну, примерно полчаса. Куреныш мой уже сварился. За счет того, что он молодой был, курочка он быстро упарилась. Добавляем следующие ингредиенты. Пахнет, кстати, сумасшедший так по-лесному. Хвоей всякой дичью. На этом этапе я уже сразу подсаливаю по вкусу, сколько вам нравится. Я помню, что у меня еще картошка будет, поэтому положу примерно пол столовой ложки. И специи, смотрите, вот лавровый лист, душистый перец, черный перец, гвоздичка там одна. Все это туда, все это не испортит запах нашей курочки. Никаких куриных кубиков и прочих специй добавлять не нужно. На этом этапе, пока там курочка это подсыпает, я уже лук с морковкой закидываю пассеровать. Кстати, говорят, вроде бы последовательность должна быть сначала лук, а потом морковка. Ну, типа сначала морковь обжаривается, потому что она много берет в себе масла, а потом лук. Но я видела, делают и сначала лук, а потом морковку. Я вообще решила положить все вместе, для меня не принципиально. Время лука с морковью у нас уже подходит. Я немного добавила бульон воды, так как у нас крутовато получилось с вами. Ой-ой, одной рукой неудобно, простите, я все подберу. Картофель засыпаем. Вообще соломкой люблю картофель везде. Резала бы только соломкой на все блюда. И еще у меня такой вопрос, кто досмотрел это видео хотя бы до сюда. Как отмыть? Вот никак не отмывается вот эти вот места, чем только уже не терла. И вот эта вот штука тоже не помогает. Что-то сюда упало, то ли гриб, то ли что. И теперь вот такие вот пятна остались и не отстирывается, нифига не оттирается. Последнее наше приготовление. Закладываем морковочку с лучком. Так, это одной ложкой будет делаться все долго. Конечно же, я сейчас отключусь и заложу все вместе. Можно посмотреть, как вот смотрите, такие вот кусочки нашей курятинки косача. О, какая грудка. Ой, мне слюнтик, вот я даже прокомментировать нормально не могу. Тут такая, ой, она так разваливается, она просто уварилась в дребезги. Есть еще сердечко. Вот, смотрите, у нас желудочек и сердечко. Желудок я сопру себе, ну или отдам сыну. А сердце ест охотник-добытчик. Это
мужа лакомство. Так принято, так правильно. Вот наша красота. И лук доложить надо смотреть. Ну и вот наш суп. Вот эти вот жирки дало растительное масло, естественно. Посмотрите, как мы и хотели. Бульончик достаточно прозрачный. Люблю, когда суп прозрачный. Можно добавить сюда, иногда я в лесу, когда готовлю, я добавляю сюда лапшу. Кто-то, я видел, добавляет гречневую кашу. Но я не люблю гречневую кашу, мне запах не нравится. Даже бывает пшеничную кашу добавляют пару щепоток, чтобы придать некую пикантность супу. Я предпочитаю варить так, с добавлением перца при подаче молотого, черного. Давайте уже разложим в тарелочку, посмотрим, как это все смотрится. Запах приятный, запах необычный. Не просто как будто вы варите куриный суп. Нет, присутствует своя изюминка, свой лесной аромат. Очень любят мужчины, особенно добытчики, потом полакомиться тем, что они принесли в дом. И перец. Вот эта вот баночка у меня, я с собой вожу в лес, насыпано много перца, и вот так вот. Даже, наверное, мне будет маловато. Я люблю поострее. Вот. Курочку можно разделить. Тихо-тихо. Курочку можно разделить, растрепать и бросить в суп. Нужно оставить так, я буду так грызть. Ну что, давайте, девочки, за стол. Приятного всем аппетита.